Надежда Маковеева – одна из тех, кто был вынужден покинуть свой дом в Белгородской области. В пункт временного размещения в Щелкове она приехала вместе со своими детьми. Младшему сыну нет еще и года. Потому что страшно жить на границе. Ну и каждый раз, извините. И мы решили сорваться и приехать. Потому что ребенок плохо спал под это все. Тут взрослый-то, извините. А ребенок так вообще, он тут хоть высыпаться стал. Этот персонал прекрасный, организовывает повестки. Врачи нас детские смотрели, взрослые смотрят, это постоянно интересуются. Мы очень рады, что приехали. И кормят пятиразовое питание, игровые комнаты обустроенные для деток. С визитом в пункт временного размещения, чтобы лично встретиться с земляками, прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава округа Андрей Булгаков ознакомил руководителя региона и министра социального развития Московской области Людмилу Балатаеву с условиями проживания в пункте. Я очень благодарен, потому что несет затраты Московской области немало. За 8 месяцев у нас тоже были разные страны. Большие меры предпринимаются и военными. Вчера оперативный штаб проводил. Поэтому работа, она идет. Сказать, что все спокойно закажется, не может. Подмосковье встретило порядка 400 человек с должным гостеприимством. В пункте временного размещения в Щелкове находятся более 100 человек. В основном это женщины и дети. Администрация городского округа сделала все возможное, чтобы условия пребывания здесь были комфортными. Решаются важные вопросы трудоустройства граждан, своевременного получения необходимой медицинской помощи и многие другие. Школьники обучаются в близлежащих образовательных учреждениях. На территории центра работает детский сад. Руководство муниципалитета организовывает культурные мероприятия, в том числе и выездные экскурсии. Словом, стараются не обойти вниманием и заботой никого. Так, в день визита высоких гостей не забыли про важную дату – день рождения Надежды Петровны Клиновской, которая вместе с тремя внуками и невесткой приехала в Щелково и Ставрово. Большое спасибо. Мне очень нравится. Спасибо большое вам. Большое. Я очень рада. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.